Всем привет! Покровская с Трешнева добавили на схему метро с МЦД. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас расскажу подробнее. По просьбе пассажиров станцию Покровская с Трешнева добавили на схему метро с московскими центральными диаметрами. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Департамент принимал предложение по улучшению схемы метро с первыми двумя МЦД в течение 2 недель. Более 100 идей от москвичей поступило в ведомство за это время. Жители Москвы предложили внести изменения в яркость цветов, переместить название станции для компактности карты, а также придумали новые знаки обозначения линий и пересадок. Кроме того, прописано точное время всех пересадок – более 5 минут. Исправлены опечатки и внесены дополнительные коррективы по верстке. На этом пока все. Еще больше свежих новостей читайте на сайте mymsk.online. До скорого!